Привет всем из Канады! Здравствуйте! Это Элина и мой канал Элина Николс Travel Mysteries или детективы путешествия Элины Никел. Я поздравляю вас с Рождеством, я поздравляю вас с наступающим Новым годом, и я желаю всем, чтобы 2023 оказался для нас, для всех, лучше, чем 2022. Я очень надеюсь, что закончится, наконец, война в Украине, что Украина победит, что режим Путина падет, все режимы диктаторов падают, когда бы то ни было. Я надеюсь, чтобы это случилось поскорее, пока перестали убивать украинцев, чтобы перестали убивать россиян, моих соотечественников, потому что их должны перестать посылать на эту войну. Если Украина выиграет войну, их перестанут туда посылать умирать. Я желаю вам всем счастья, здоровья, успехов во всем. Я желаю, чтобы бойня эта закончилась победой Украины, потому что именно только это даст россиянам, в том числе и украинцам особенно, шанс на лучшее будущее. Империя упадет. Российская империя упадет. Достаточно империй. Хватит. Хватит этой бойни, хватит бесполезного расходования талантливых умных людей в качестве пушечного мяса. И пора прекратить убийство мирных украинцев и украинской армии. Украина ничем не заслужила эту войну. Ее развязал Путин по своим личным причинам. И эта война закончится. Она закончится победой Украины. И скоро. Я бы желала, чтобы это было поскорее. Я желаю вам всем оставаться живыми и не убивать других людей. На том стою я и мой канал. Это канал писателя детективов. И в детективах главное, чтобы справедливость восторжествовала. И она восторжествует и в моих книгах, и в жизни. Это я вам обещаю. Я не знаю, когда это точно случится, но это случится. И я обнимаю вас всех. Я благодарна моим подписчикам, которые со мной остались. Я благодарна тем, кто меня поддерживал и поддерживает все это время, потому что я, к сожалению, вынуждена уделять больше времени моему политическому каналу, чем моему писательскому. И также мало уделяю внимания моему писательскому сайту и не перевела еще пока свой роман на английский язык, хотя я написала книгу рассказов, которую скоро опубликую. Ну вот, как говорится, чем могу, что делаю, я стараюсь помогать моим друзьям в Украине, я стараюсь помогать Украине, и вы можете помочь, присоединяйтесь ко мне, будем бороться вместе. Победа Украины принесет свободу России, в том числе. Это одна из причин, по которой я тоже этим занимаюсь, и я все свое время уделяю теперь вот этой борьбе, политической борьбе, которой я предпочла бы не заниматься. Но выхода другого нет, мир в опасности, и наш долг его спасти. Присоединяйтесь ко мне. И будьте счастливы, как можете. У нас одна жизнь, и каждый ее день дорог для каждого из нас. Счастливого вам Рождества и Нового года. Спасибо вам за внимание. До свидания.